Продукция исландского консервного комбината пользуется заслуженным уважением у потребителей России. Исландские переработчики стараются не подвести тех, кто предпочитает кабачковую икру их производства. Работа идет с большим напряжением. Это именно тот случай, когда летний день год кормит. Кубанские овощеводы поставляют выращенные ими кабачки на комбинат. Его мощности позволяют перерабатывать до 700 тонн сырья в сутки. На вес золота каждый час. Это хорошо знают на Славянском консервном комбинате, где встретили сезон во всеоружии. Овощи проходят тщательную подготовку, их сортируют и моют. Задействовано самое современное оборудование. Механические помощники очищают плоды, дробят и протирают их. Затем икра варится, закатывается в банки и стерилизуется. За сутки сотрудники комбината вырабатывают около 700 тысяч банок готовой продукции. Сейчас над запасами на зиму трудятся около 300 человек. Все стараются, понимая, что от их работы многое зависит. Очень важно соблюдать технологию. За этим наблюдает молодой квалифицированный технолог Наталья Абраменко. Работа мне очень нравится. Коллектив у нас на комбинате замечательный. А оборудование на комбинате тоже все новое. Работа у меня творческая, интересная. На работу я прихожу с отличным настроением. Мне очень приятно то, что наша продукция пользуется спросом, и то, что нашу продукцию потребляют многие потребители. Благодаря своевременной подготовке оборудование работает как часы. На линии по переработке кабачков трудятся опытные сотрудники. Профессионализм и самоотдача позволяют обходиться без сбоев. Сейчас у нас горячая пора, мы пытаемся как можно скорее переработать все, потому что продукция у нас скоропортящаяся, делаем все очень вкусно. Я как технолог слежу за всеми технологическими процессами, чтобы все соответствовало ГОСТу. До конца сезона на комбинате выпустят 25 миллионов банок кабачковой икры. Затем эту продукцию отправят в магазины, и не только кубанские. Славянский консервный комбинат обеспечивает жителей также зеленым горошком, консервированными огурцами, помидорами и фасолью. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».